От погоды к делам насущным. Конец года обычно не самое удачное для российской валюты время. Ну вот вспомнить хотя бы декабрь 2014 года, когда курсы евро и доллара достигли рекордных максимумов. В этом году без неприятных сюрпризов тоже не обошлось. С конца ноября российская валюта стала слабеть по отношению к доллару в ходе целого ряда мировых событий. Также агентство Bloomberg поместило рубль на первое место в рейтинге самых высокорискованных валют развивающихся рынков. Между тем, Россия не ставит перед собой цели избавиться от доллара. Он уходит сам. Об этом накануне президент Владимир Путин заявил, выступая на форуме ВТБ «Капитал. Россия зовет». Глава государства подчеркнул, что независимые от доллара системы расчетов сегодня пытаются создать многие государства в нашей стране, и нашей стране это удается. Разговор продолжим вместе с гостем. Итак, то, что произойдет с российской валютой в этом декабре, предлагаем разобраться и приглашаем к разговору нашего гостя в студии Сергей Яблановский, финансовый аналитик. Доброе утро. Доброе. Сергей Васильевич, надеемся, что утро доброе действительно. Вот если говорить про российскую валюту, про рубль, точнее про то, как она ведет себя по отношению к основным валютам, евро и доллар, можно ли говорить о каких-то тревожных тенденциях? Нет. Вот скажем так, коротко. Успокоили. Да, потому что я напомню, мы тут с вами в августе сказали, что к концу года будет 58-60. Вот. Но сейчас вот рубль в диапазоне 65-70 рублей. И все обратили внимание, что как только он приближается к 65, что-то происходит такое, что его отталкивает. То есть он хочет к 60 вернуться, вот, но события вот такие вот происходят. В общем-то, а вот что-то происходит, что сейчас больше всего влияет? Ну вот вы обратили внимание, даже по режиму нашего президента за последние две недели, практически каждые 2-3 дня какое-то мероприятие, какой-то форум, где он заявление делает. Премьер-министр наш то же самое. Санкции. Отмена встречи Трампа с нашим, это вообще, как это было сделано, это в высшей степени, это все думали, ну, обвал, потому что он заявляет перед вылетом, что готов к встрече, садится в самолет и за полтора часа, часа до прилета отменяет это все в отношении главы государства, великой державы. Поэтому вот эта вся, как бы, нервозность, она действует. Нефть. Тоже сейчас вот все задают вопрос, а что происходит? Вот нефть падает, а рубль ведет себя достаточно хорошо, хотя уже сказали, что он должен быть и 70, и 75. Ну, вот Иран уже сделал прогноз на 40. Да. Катар, кстати, вчера вышел, по-моему, да, из состава 57 ОПЕК. Лет Катар был в составе ОПЕК, и вот вдруг решил выйти. Кстати, я бы вот сказал, что больше всего сейчас рынки ждут вот не... ориентируются не на события, прошедшие в Аргентине, а на события, которые будут завтра, 6 и 7. То есть в Вене будет встреча ОПЕК, и в особенности 7 числа, когда будет расширенное заседание 25 стран, где вот там решения, которые будут приниматься, они окажут очень сильное влияние. То есть если договорятся о сокращении добычи, то да, рубль будет... Тенденция к этому есть сейчас, да? Да, потому что все хранилища на Западе переполнены. Хотя, с другой стороны, вот те события во Франции, которые мы с вами видим, рост цен на бензин. А вот кто сейчас на этом нефтяном рынке играет против системы? Есть много очень независимых... Дело в том, что когда цена была высокая, на рынке появляется много независимых производителей, которые, в общем-то, не соблюдают общие правила. Это в итоге как бы излишек предложения на рынке, он приводит к падению цен. Поэтому вот хотят все-таки взять под контроль и Россия, и Саудовская Аравия. Вот все вот обратили внимание... Да, на приветствие. Вот... Да, в Аргентине это говорит о том, что есть... чисто на человеческом Трамп уровне. Трамп даже обиделся, по-моему. Вот, да. Вот. Поэтому есть вещи, которые положительно, ну, как бы помогают рублю. И, в общем-то, наверное, к концу года, к окончанию его, мы с вами увидим в диапазоне 65-70, ближе к 65. Вообще декабрь – это половина месяца только рабочий. Дальше начинается Рождество на Западе, биржи снижают объемы. Если каких-то катаклизмов не произойдет, это все будет хорошо. Плюс я хотел бы вот что сказать, что вот отвязка рубля от нефти вызывает у многих вопрос. Это вот главная вещь. Почему это происходит? И здесь есть положительный момент, о котором, в общем-то, никто не говорит. Если
лет 10 тому назад еще процент как бы влияния от наших доходов всех, именно нефтегазовые, они там 75-80, то сейчас эксперты говорят, что не более 40%, а оставшиеся 60%, это что? То есть в экономике России происходят структурные изменения, которые положительно они есть. Вот благодаря чему? Да, я вам вот два примера только приведу. Путин, когда прилетел в Аргентину, шок был у всех и, в общем-то, больше всего по поводу двух вещей. Это на каком самолете он прилетел и на каком лимузине он ездил. Это 100% лимузин производства Made in Россия. То есть это бункер на колесах, так его назвали. Ажиотаж колоссальный. Уже заказы на Ил-96-300 есть оттуда. Машина. Это вот как бы внешне. То есть государство, которое самостоятельно может производить такого рода продукцию, оно не может быть слабым экономически. И на местном уровне. Вот вы недавно показали сюжет по поводу нового завода по переработке мусора, который у нас здесь. Это же тоже очень интересная вещь, когда молодая пара, вот они, предприниматели, организовали это все. Новое предприятие, которых в России всего 5 или 6. Но при помощи государства, преференции, которые есть, льготы, налоги, это местные здесь. То есть вот есть очень хорошие движения и на местном уровне, и на... Сергей Васильевич, простите, я бы хотел бы вернуться к событиям глобального масштаба. Все-таки, да, Соединенные Штаты Америки говорят, что вот они ссылаются на законодательство о биологическом распространении биологического и химического оружия. И они говорят, что они все-таки вынуждены будут ввести второй этап противороссийских санкций. Вот здесь, если можно коротко, как реагируют игроки? Пока Трамп президент, вот этот бедлам, он будет продолжаться. Трамп ведет себя так же, как он руководитель своей крупной корпорации. Он хочет руководить всем миром. Вот и весь расклад. Поэтому Путин очень вежливо изменил, если вы помните формулировку, когда он, если он всегда до этого говорил, мы готовы к встрече, когда это, то сейчас он сказал, что встреча произойдет, когда американская сторона будет к этому готова. Это очень дипломатично, но все, в общем-то, поняли, что... В общем-то, достаточно сложно с вами вести дела. Если вы этого не хотите, то с вами этого дела никто не будет иметь. Более того, американцы заявили, что с Нового года они введут полные санкции в отношении торговли с Россией, кроме продовольствия. Вот ответ. Поэтому надо вести себя очень-то четко. Ну, надеемся, все равно мы видим, что российская экономика все равно идет в рост, потому что у нас и собственное производство нарастает, как вы уже сказали. К сожалению, у нас очень мало времени. Да, традиционная рубрика наша. Да, да. Но мы продолжим разговор в следующих наших программах. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам в студию. Напомню, что у нас в гостях был Сергей Блановский, финансовый аналитик.